есть. Так, давайте, ребятки, я поддержу вас морально пока. Давайте пока туда скложим их, да, пока будет изматься. На дороге не должны находиться, понимаете? Пойдемте на газон. Они не поедут. На газон, туда. Нет, так. Поднимите. Что-то вы как-то волочите ее. Волочится, как я в Сочи, по утверждениям сотрудников, волочился по земле. Вот так, наверное. Никто не ходит, поэтому. Пока сюда. Не любите как? Вот, так, парень тут уезжает уже, все оформили. Разбудит. Вторая конструкция. А кто знает, окно может открыто кого, да? Все, и бросил. Инспектор сразу пошел. Опять нехотя как делает, да? Не до ног. Ты еще не занес, а он бросил. Недовольно, да, вообще. Как ну, он считает, что для сотрудника элитного ДПС это грязная работа, наверное. Ну да, пусть граждане этим занимаются, ерунда. Ну да. Это их работа. В октябрятах не были, инспектор? Пионерах, бойскаутах или кто там? Непонятно. Как называется он правильно? Ничего тут зазорного нету. Ну, сколько, знаете, сколько конструкций конечно, перетащили. И полицейским, главное, когда машину помогали толкать, мы не филонили. Что это? И вам, кстати, помогал я толкать на юбилейном, так, по-моему. Так. Это мы так с вами будем таскать. До завтрашнего утра. Вот так это делается, инспектор. Показываю вам. На личном примере. Давайте сами возьмем опять. А куда я камеры дену? Снимайте, идите сюда. Как? У меня две, видите? Я помог бы. Я вам сразу предлагал. Сейчас Алексей заберет, раз вы не можете. Инспектор, да вы в руку возьмите одну, что вы? Так, берите и все. Нормально носите. Я говорю, кашу не любит, плохо. Да твоем удобстве. Да надо кашу есть. Да все он ест, он здоровый, просто не хочет. Че? Не любите кашу, надо. Че, в ДПС пошел, сил нет, что ли? Есть у него. Не поверю, что он слабый. Не может быть такого. Желания просто нет, это да, а слабый нет, вряд ли. Вон, солдаты охраневают от картины эти. Пусть вас будет, вам будет стыдно, что такие слабые инспектора служат. Ну хоть проконтролируйте, чтоб он донес нормально. Ежи потяжелее. Да. Хотя вот вы знаете. Да. Хотя вот вы знаете, я. Теперь нужно вопрос решать с. Как будут доставляться они. Я недавно разговаривал с одним полицейским там. Он мне говорил, что это заведение ФСБ курирует вообще, вот эту шифровалку. Да? Да, держи. Ну какая, все же перед законом равны. Ну я не знаю, да. Правда, нет вообще. Да, это обычно военное училище. Так, куда инспектор? Подождите, а ежик, инспектор? Инспектор, про ежи забыли. Да не забудем. А, не забыли, понял. Я думал забыл. Ну ладно.
Так, что там? Водитель данного автомобиля, возможно, состояние опьянения. Устали, да? Что мне при этом подтверждение, я вас подъедем. Спина пойдемте, пойдемте заезжать. Он же говорит, спина сорвана. А зачем ехать? Их сюда тащить надо. Да, все вместе. Где там? Там нет, негде поставить. Там негде, там дорога везде. Нет. Пойдемте вместе, забирать, езжи. Да сейчас вот старший даст указания, видишь, он не слушает нас. Он уже дал. Да? Сказал, помоги, он занимается бумажной работой. Второй инспектор стоит. Пойдемте, инспектор. Вы еще мало работали. Да я всю конструкцию убрал за него. Я за него всю конструкцию брал, за инспектора. Может маму позвать? Маму не надо трогать. Трогать. Не оскорбляй. Не надо маму трогать. А кого позвать? Генерала может позвать. Вообще маму не произноси слово. Запрещено в Российской Федерации, мама. Оскорблял, ничего, мать. Не надо вообще. С уважением, мама, что-то говорить. Еще раз говорю. Это просто выражение такое, когда вот малые дети, понимаете? А мы с вами не малые дети, мы взрослые. Я уже дома. Не вызывайте, что надо. Таскать тут железки. Вызывайте, значит, дурнодзор. Подкрепление надо вызывать. Я не знаю, кто тут может убирать. А как мы его вызовем? Как звонить? Как нам? Номера не знаем. Номера не знаем. Ну, у кого? Справочная есть. Не говорят. Давайте, ну не говорят, не знаю. Как говорят? Ну не говорят. Как? Не знаю, говорят, дурнадзор. Они не выезжают, говорят. А это экстренная служба, да? Нет, дурнадзор. Они не выезжают, говорят, дурнадзор. Знаете, где надо? Ну пускай убирают. Так пускай, мы же не против. Так, с чего начнем? Давайте по одному ежу каждый возьмет. Предлагаю. Да? И мне тоже. О, возьми. Правильно. Че, возьмете один, да? А, сейчас прям. Че? Не, не будет. Нет, пойдем. Конечно, не буду. Ну ладно. Ну на, держи. А как? Я ее уже тут понесу. Да нет, это не надо нести, это мы потом. Ну, в принципе, у нас время много. Тебе же нельзя. Че? Давайте вдвоем носите. О! С противотанковым ежом. Не вырывается. Вот. А давайте два возьмем. Вторая рука свободна. Да, почему? Не будете брать? Ну вот эту руку хотите. Я не понял, что вы руки меняете? Закушайте. Я не хожу. Я за вашу руку слежу, чтобы вам удобно было. Ой. Когда холодно, надо вспоминать хорошие вещи. Я вот смотрел недавно фильм такой. А давай вот здесь прям поставим ежа. Я недавно фильм смотрел, очень интересный, французский, называется «Жандармы, жандарметки». Там... Да я не хочу, я спрашиваю вас. Музыка была такая. Марш, марш такой. Вот. Вспоминаю, и сразу настроение улучшается. Можно здесь или нет? Раз там стоят, может, и здесь можно. Не ваши ежи, не подскажете вот эти? Не, не знаете? Ну ладно. Просто, может, ваши тогда вернули бы. Противотанки. Не, ну вдруг их. Представляешь, сегодня не их уже, все. О. Тактику приняли. Значит, поняли. Пойдем. Аккуратненько. А вот это законно вообще, вот это вот? Да нет, конечно, ну, лишь цель, чтобы не парковали здесь. В принципе, здесь только жильцы, поэтому. Незаконно, но... Ну, сначала надо скрутить. Но это да? Нормальная конструкция. Когда они тротуар отгораживают. Да. Чё-то холодно. Здесь очень. Обсудаешь. Непонятно ничего. УЗИ, лежит. УЗИ. Знаете, инспектор, что хотел вам сказать. Вот если мы делаем работу и добиваемся результата вместе с вами, мы вместе с вами уже много сделали в этом городе, скрипя как-то, но сделали.
Вот если нет результата, это знаете, как называется? Мы с вами ролики снимаем. Просто. Ролики. А надо результат, чтобы не просто ролики, а было что-то полезное. А так только контент пилим, да и все. Непонятно, зачем. У психушки ночью. Смеяться будут над нами, понимаете, если мы результат не добьемся с вами. Ну вот, видишь, поэтому инспектор не захотел. От спину сорвет еще, не дай бог. Давайте два возьмем. Совсем. Да, три рейса, а все останется и все. Четыре рейса. Батарейки много. Так что работаем. Потом еще грузить, наверное. А так за порчу, ну, газон загрязнять тоже нельзя. Придется и тебя, и инспектора привлекать. А нет, ответ. Это не газон, это... Это зеленая зона там, нет, между там, бордюрами. Там ничего не растет. Сейчас. Еще там один, да? И два блока. Четыре рейса. Или три. Можно по блоку потом взять, он будет. Так. Самый. Подожди, а где ты еще самый крупный ёж? Там. Вот там. Вот такая трудная работа оператора. Не упасть назад, еще и снять. Не упасть лицом в грязь. Да, или на асфальт. Без фонаря лучше снимать. Намного. Сейчас выключу. Ну, сейчас. Его как инспектор специально быстрее идет, чтобы я упал, наверное. И вообще мне тогда дадут первую группу инвалидности. Даже снимать не сможешь. Да, ну хоть отдохну без вас всех. Потому что надоедать не начинаете все. С ума скоро сойду и психушку посадят. Прошлый инспектор, если бы сняли, 14 февраля. AirPods жене купил. Два. Про. А я не могу подарить даже. Ужас какой. Вот, сука, тяжелый какой, наверное. Ого. Так, самый большой ёж. Этот я не понесу, у меня спина болит. Это вот туда его бросить? Ну, броси туда, если сможет. Он, в принципе, и здесь, и не мешает. Ладно, или если подъеду, то изымать тогда. Отсюда его загрузить, да? Да, а то просто. А блоки если, по одному если возьмете? Он очень практически не мешает. Блоки по одному, или будете по очереди таскать? Да? Да. Зачем? Они... А, ну тут ближе, да. А зачем это тогда туда таскали? Можно было здесь сложить. Вообще непонятно. Ну, они легкие, да. Че, инспектор? Тащи, придет, понесу. Ага. Давай быстрее тащи, чтобы за вторым еще вернуться.
Реинспектор говорит, я говорю, что не несете блок? Он сейчас придет, понесет. Сейчас придет этот грузчик. Красавчик инспектор вообще. Ну да, естественно. Ручка под одного. О, я вообще, блин, я не знаю, как это называется. Все. И пошел. Слышишь, что держи камеру, это вообще прямым текстом сейчас говорит, придет и понесет. Он нам дописывает что-то. Да он, наверное, не звонил еще просто сейчас, пока, потому что документы оформляет. А ту конструкцию принесли? Я сейчас и принесу. Мелочи, я про нее не забуду. Пойдем сразу. А без инспектора, да? Ну давай, ладно. Да какая разница? Все они одинаковые. Ну, пойдем. Фиксация есть. Это 8-я моя машина. Так. Непонятно что-то. Ладно, чтобы не уехали. Куда? Да вот и я думаю, куда. Разворачивается просто, может. А может, не просто. Красина 4. Это в администрацию надо звонить, скорее всего. Мне кажется. 0,50. На проезжей части дороги установлены металлические конструкции. Они не стационарные, переносные, мобильные. В количестве 8 штук. Потом пластиковые наливные блоки в количестве 4-2 штук. И металлические конструкции типа ежа в количестве 4 штук. Создают препятствия на движение. Да. Вот как раз машину можешь забрать. Да-да. Уборочная техника. ВВ. 962. 4800. А, кто принял Мамонтов, да? А это куда звонить? В комбинат? Благоустройство? 0,50, да? Да, единая диспетчерская служба. А, ну все правильно. Я по светофору туда звоню. А что? Это и я этим не занимаюсь. Это все. Они всем занимаются, что связано в городе просто. А. Так а что сейчас будет происходить? Мы с вами будем их ждать? Я связался с дежурной частью. Они не могут мне предоставить условия для того, чтобы я их и сделал. Так. Понятно. А кто будет заниматься? Материал будет передан в Дорнадзор. Так. Дальнейшие результаты, думаю, на электронной адрес. А как же с самоходкой? Сейчас украдут мою и все. Я не могу ничего вам сказать. У меня нет условий никаких для их изъятия и задержания. Ничего на часть не может предоставить. А давай сейчас при вас. Позвоним в ГУВД, спросим. Сомневаетесь в моих действиях, вы можете прозвонить дежурную часть, продублировать. Я на связи, меня сейчас вернут. Сейчас я в ГУВД. Пока не уезжай, сейчас при вас в ГУВД позвоним. Подождите, я в ГУВД. Позвоним. Узнаем. Это непонятная ситуация какая-то. Действительно. На находку как бросить? Вы сохранности ее обязаны. А если они золотые? А сейчас украдут? Из ценного металла сделано. А найдется хозяин, и он претензии на них предъявляет. Что будем делать тогда? Возбуждать дело о краже? Или обездеть? Так, звоню в ГУВД, узнавать. Подходи сюда. Почему не могут изъять конструкции?
не могут никого вызвать. Вообще, да это фишка новая. А эвакуатор можете вызвать, чтобы забрал? Как они поясняют, эвакуатор только транспортные средства эвакуируют. Да нет, уже забирали, вы же помните, вы сами забирали. Да, я помню, но вы понимаете, да, их размеры соизмеримые. Да нет, нормально, все там меньше, чем машина одна, размер, есть даже сложить в ряд. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот здесь я по Красина 4 обращался, инспектор приехали. Вот, а изъять конструкции не могут здесь или принять как находку. То есть они продолжают стоять здесь на улице. Сейчас цель вашего звонка. Что? Сейчас цель вашего звонка. Цель звонка? Ну, можете организовать изъятие конструкции этих или принять их как находку. Я же не могу их отсюда никак доставить в отдел полиции. Это же обязанность инспекторов. Ну, там на месте сотрудники ДПС, они примут решение. Ну, они вот оставляют здесь на месте. Ну, надо забирать, изымать их. Это они на месте разберутся, примут законное решение. Вот они на месте сейчас. Вот они примут законное решение. Ну, это не как закон. А если украдут мою находку? Я передал инспекторам, понимаете, и написал заявление. Что за законное такое? Вы считаете действия неправомерности сотрудников полиции? Нет, я считаю, что нужно доделать до конца. Зачем мы будем сейчас писать жалобы, какие-то заявления? Ну, сотрудники ДПС на месте, они разберутся. Да, вот на месте, правильно. Смотрите, заявление приняли у меня по находке, но моя находка остается на улице. То есть должны, понимаете, после того... Я не готов вам пояснить, я нахожусь на месте. На месте находятся сотрудники ДПС. Ну, можно организовать ответственно, вызвать сюда, наверное, придется. Потому что сотрудники говорят, не могут они ничего сделать с этим. У нас условий нету для того, чтобы их... Условий вот у них нет, он говорит. Как это так? Вот как орудие совершения административного правонарушения? Как это нет условий для изъятия? Это то же самое, что машина стоит где-то, преграждает путь, а инспектор говорит, нет условий для устранения препятствий. Тут то же самое. Надо что-то придумать, или эвакуатор, чтобы был здесь, он забрал, или, может быть, такси за свой счет инспектора наймут с кузовом, или газель, если нет условий. Сбросится, может быть, как-нибудь вдвоем. Еще раз, сотрудники ДПС на месте, они примут решение. Ну, вот они не могут изъять никак. Что делать дальше? Они примут решение на месте. Я понял. Я вы... готов на расстоянии пояснить, что им делать. Ну, организуйте, пожалуйста, работу инспекторов, чтобы они выполнили свои должностные обязанности в полном объеме. То есть вы сейчас оставляете жалобу на инспекторов ДПС, за что они... Ну, я вынужден оставить. Если они сейчас не изымут их, конечно, бросят здесь, то, естественно, придется оставлять. И еще раз вызывать наряд и ждать ответственно тогда уже, пока они не будут изъяты. Будем столько раз полицию сюда вызывать, пока не найдутся, значит, способы изъятия. Как иначе? Если интересно, это, скажем так, тратить время полиции на вот такие вот непонятные выполнения обязанностей. Сейчас цель вашего звонка. Я извиняюсь, меня зовут поспособствовать. Я второй заявитель, который здесь присутствовал. Да. Другой звонок принимаю. Да. Да, слушаю вас. Да, я тут, значит, Андреев моя фамилия, больше ничего я вам говорить не буду. Все данные передал инспекторам здесь на месте. Значит, поясняю следующее. Инспекторы приняли данные конструкции как находку гражданина, переписали все позиции, составили акт, вписали туда свидетелей. По закону находка изымается сотрудниками в отдел полиции. И хранится там на... Следственно-оперативную группу, значит, пусть. Так вот, инспектор поясняет следующее, что он сейчас уедет, а конструкции останутся на улице. Как ваш... Представьте сейчас. Чернявский, инспектор ДПС, старший лейтенант Чернявский. Старший лейтенант Чернявский. Конструкции металлические, которые найдены были гражданином на улице, бесхозные. Инспектор не хочет изымать в рамках находки. Почему не хочет? Я вам вы поясняю, сказали, что мне дежурную часть не можете. А зачем уезжать собираетесь? Послушайте,
Я в дежурную часть сделал заявку. Вы не перефразируйте мою речь. Я записал. Я в дежурную часть сделал заявку. Дежурная часть мне сообщила, что условий для их изъятия и перемещения какие-то они мне не могут предоставить. А, понял. Поняли, да, значит, о чем речь? А вы можете обеспечить возможность составления конструкции, значит, в полицию, потому что инспектор поясняет, что дежурная часть, наверное, ГИБДД. ГИБДД? Он поясняет, что дежурная часть ГИБДД не готова обеспечить возможность доставления конструкции и помещения для их хранения. Я хочу, чтобы изыскали возможность. Денег нету у ГУВД. У генерала попросите взаймы. Какие? А где? Я не знаю, кто там должен этим заниматься. Обеспечьте доставление находки в отдел полиции и хранение этой находки. Я цель вашего звонка. Вам повторять надо или что? Вы не русский. Сотрудники ДПС на месте сориентируются. Примут решение. А давайте я передам трубку сотруднику ДПС. Может, вы друг друга... Хорошо. Поймете? Если тогда их выставят... Да это ваш звонок. Вот, УВД. Если, смотри, понял, вы если их выставят обратно на проезжую часть, тогда будет, часть, да, будет простите, на вашей ответственности. Если их выставят обратно на проезжую часть, языка, тогда будет на вашей совести это все. На вашу ответственность будет. Ну, потому что вы не обеспечили изъятие орудия совершения административного правонарушения. Ну, вы понимаете, что я не всемогущий. Ну, я понимаю. Я необходимые меры принял. Я сообщил дежурную часть, что мне надо. Я не могу. Я сообщил дежурную часть, что мне надо. Здравствуйте, еще раз. Это вот Алексей, я заявитель. Обеспечьте, пожалуйста, изъятие конструкции в рамках моего заявления. Хорошо, ваше заявление принято. Все рассмотрено. Не рассмотрено. Обеспечьте изъятие конструкции. Алло. Разбираться. А? Разбираться будем. Не, ну как разбираться? Они сейчас остаются на месте храниться. Как разбираться? С чем разбираться-то? Вот здесь инспекторы на месте, я никак не могу. Вот они на месте разбираются. Ну, они понятно. Не разбираются, они говорят, нет возможности. Что, понятно. Во всем ГУВД нет возможности изъять конструкции, что ли? Я не знаю даже, как они выглядят, конструкции. А, ну вот инспектор может пояснить. Металлические они выглядят. 8 штук. У нас неоднократно конструкции подобные забирал эвакуатор. С этими же инспекторами. С этими же инспекторами. Вот они вызывали эвакуаторы. Они сейчас примут решение. Ну вот не принимают они решение. Не могут принять. Можно ответственность сюда пригласить на место. Может, он поможет. А то. Может, не хватает полномочий инспекторов. Недостаточно полномочий. Ну да, может, недостаточно. Ну и может дежурная часть поясняет, как он говорит, что не могут. Значит, может, в ГУВД смогут. Да, может, ответственный сюда подъедет. Может быть, гужевую какую сюда пригодят. Казаков. Ответственный. Ну, конфликтная ситуация, потому что мы думаем... А нет, а, направите, да? Полиция. Все, ждем. Спасибо. До свидания. Не, ответственный сейчас приедет, подождите. А куда? Какая заявка? Мы требуем... Что за заявка? Гражданин требует. Вы же не до конца доделали, до конца мое обращение. Как это так? Мое не до конца и поехали на другое? Это как? А вы внесли... И там также подъедете, половина сделать и уедете. Непонятно. Это то же самое, что приехать на... После вашего звонка что-нибудь придумать. Может быть. Но я имею в виду, что если будете уезжать, вы внесите, что вы оставляете. А то потом, знаете, как получится. Да, внесите сюда то, что оставили на месте. Да, как-то запишите, пожалуйста. Это в рапорте, прошу, просто, чтобы были перенесены на газон. Ну, вот так, да, что не предоставили, да, вам возможность. А что охранять будет? Нет, себя надо как-то. Нет, охранять кто будет. А если, смотрите, а их выставят, если обратно, что будет? Получается, вы и ваше руководство, опять 25, то есть будем так до бесконечности. Вы приезжать будете. И завтра будете приезжать, и послезавтра. Ну, когда будете, конечно, дежурить. Уголовно. То есть постоянно будете ездить, вот так будем носить туда-сюда, да? Вам не смешно самому просто? Ну, можно я оставлю этот момент без комментариев? Ну, вам не смешно? Я все прекрасно понимаю, вы прекрасно понимаете, да? Вы просто ну, да, я прекрасно понимаю, да, что это очень смешно. То, что происходит. То, что 2 года вот так мы переносим сюда, а их обратно возвращают. Мы опять переносим, их возвращают. Они же должны изыматься.
И если находится собственник, то он должен привлекаться к ответственности и возвращаться к конструкции. Вот и все, как происходит, как должно происходить. Ну, еще тут имеет место вариант, что, ну, я, конечно, мало в этом сомневаюсь, что он предусмотрен какой-то дислокацией. Да нет, там знак стоит, видите? Так уже какой бы вышли бы отсюда люди, да, давно. Почему люди-то не вышли? Нет, не показали бы документы, правильно? Выходят люди, показывают документы. Вот я, вы скажем... понимаете, что этот вариант можно будет опровергнуть только... Так вот, если документально разобраться в дислокации вот данного участка. Вот придут к вам, заберут конструкции тогда. И чтобы впредь такого не было, если они хозяева, у них камеры стоят, есть охрана, посты выставлены. А может, это давайте у них уточним, их это, их это конструкция или нет? Пойдемте сходим. Давайте уточним. Дневальный, что Дневальный может знать? Ну, может, он знает. Уточним. Он же каждый вот день находится, он же видит, кто выставляет. Нет? А, достоверную какую-то информацию. Уже 2 года прошло, никто ничего не удостоверил. Никто не выяснил еще. Мы просим всех выяснить, да. Уже были в курсе, да. И руководство было в курсе, правильно? Это называется Ваньку валять. Ну да, это называется, да. Что это такое? В городе Краснодаре, где столько бабла крутится, купонов российских, нету денег вот это увезти, что ли? Что это такое? А в Сочи инспекторы сами вызывали. Газель за свой счет и увозили, если нет возможности. Пикап. Там еще и газель вызывали. Ну что, нам донаты собирать, что ли? Чтобы давайте опечатаем их как-нибудь, чтобы не трогали. Пристегнем как? К дереву. Да, или что? Столбиком. Цепь возьмем с МЯК-8 лафту. Интересно. Ну, можно, да. Можно цепи привязать вот так вокруг дерева, как кота ученого. Надул бутон. Красный эвакуатор с ровной платформой. Да тут все влезет. Какой тут широкий, обычный эвакуатор. Аккуратнее, компактно поставить и все. 100%. Да. Где-то рублей 200 будет все. Мне кажется, да, недорого. Ну, уточним, сколько курсовое такси. Может, я оплачу. Давай. Если я не против. Инспектор. А такое предусмотрено. Скинемся, да? Тогда. Такси, мы сейчас скинемся, оплатим до полиции. Грузовой, да. Пикап там такой. Куда только их доставлять? Транспортировки для хранения. А что, хранить негде? И нигде хранить. А куда же вывозили а все время? А может тогда, где Капустин сидит, там подвинуть немножко, а? На пост? Что-нибудь. А, ну на пост. Пост закрыт. А, пост закрыт. Пост закрыт. А в ГИБДД там же территория есть огромная. Они не предусмотрены, вы понимаете? Подождите, что как это, не предусмотрено? Сказать, в отдел, хорошо, в отдел полиции. Пусть а полиция. Вот это, подождите, 050 вы звонили. Может, они подъедут? Да, может, они подъедут. Можно уточнить. Можете позвонить. Они соответствующие органы передают личную информацию. Какие органы? Диспетчер. А каким органам? Дорожно-мостовое хозяйство. А давайте уточним номер и позвоним, пусть приезжают. Они не круглосуточные раз. А вот эти вот уборочные техники, вот они. Уборка, уборка. Вот они убирают же. Ездят. Ну, вы понимаете, что это частная компания. И у них договор, например, на подметание. Тендер выиграли. Уборку конструкций. Может, навстречу пойдут. Да, интересно. Мы как-то живем, мы непонятно. Ну, и нет, далеко тащим. Как не предусмотрено. Да, дело тяжелое. Да, сами понимаете, как. ОВД, представляете, что будет. Это только тогда получается нанимать машину какую-то и везти в отдел и там сдавать. Так опять-таки, для хранения условий нет. Не, в отдел полиции. Как мне поясняют дежурная часть, условий для их хранения нет. Так, хорошо, то есть вы хотите сказать, что в 2020 году... Интересно. Я ничего не хочу сказать. Подождите, я то, что из ваших слов, информацию, из дежурной части, получается... Ну да, он тоже получил, то и говорит. В 2020 году в России, где доложу, замечательный доложу. Президент Владимир Владимирович Путин... А можете связаться с дежурным, я переговорю с ним. Ничего не делайте. Наберите, вот так соедините с дежурной частью, волнует. Владимир Владимирович не знает об этом. Вот узнал бы, он, наверное, вам так бы объяснил бы всем. И генералам вашим, и вам. Что такой бардак недопустим. Как это? 2020 год. Бешеная экономика у нас, а вернее, мощная самая. Неправильно выразился. Ну, не мощная. Как это не мощная? В мировой экономике мощная она? Или последняя страна у нас? Не последняя. Ну вот. Не самая. Значит, не самая, но мощная. Мощная. Очень. Это не самое, это враги так говорят. У нас самое мощное. Это неправильно. Они там измеряют. Черт. Поэтому, если у нас по да, интересная ситуация. Тысячи, сотни дорогих иномарок,
мерседесов, дома огромные чиновники строят. Я сам видел. Можно одного чиновника. Это, ну если можно, фонарик выключить. Вот. Ну что, на конструкции денег нет? Бюджет кто крадет? Скажите, ну, почему вы меня это спрашиваете, Станислав? Заместителям генерала напишите, Путину пишите. Что вы бездействуете? А потом говорите, как мы пишем, ваш да? напарник подошел и говорит, я говорю, что вы не несете конструкцию? Сейчас он говорит, придет и отнесет. Вот это служба, что ли? Вот так. Можете понять? Со стороны буду. Это называется ничего вообще, не видно. Знаю как. Мы тут под вызванием ходим по городу, у нас еще граждане обычные, да. Статьи уголовные заводят, а потом закрывают, потому что не за что. Что это такое? Избивают он в Сочи. Кого? Меня вот менты избили. И не сидят до сих пор по моей информации. 8 месяцев, 9 уже прошло. Что такое? Да, в Сочи было? В Сочи, да. Вот сейчас инвалидность получил. И все, и нормально, и конструкции пошли. Что там смотрят они? Ваньку валяют. Опа, смотрит уже. Следит. Посмотрит, понятно. Угу. Что ж, интересно. Да, что ж происходит такое? В переулке ходят с инспекторами. И конструкции на А инспекторы не могут никак ничего сделать с этим. Основная часть, понятно. Теперь мы выяснили, кто виноват. Баламутит там, да, кто? Все. Я тут нам дурачку надо, да, по городу хожу. Так, подожди, там какая-то. А инспекторы у нас не могут, дежурная часть не мне может. Мне кажется, сейчас, по-моему, кто-то на ДТП поедет. Да я не знаю, кто что. Да ладно, подожди, сейчас. Будем вместе потом смеяться. Да. Заявление пойдут в МАТУ. Вот тогда посмеяться. Ну да, что не могут обеспечить, да? Ни хранение, ни изъятие. Это как? Пускай дядя Володя объясняет нам, что это происходит такое. А то не знает. А если знает, то вообще и плохо все. Значит, по его указанию действует инспектор. По указанию президента, наверное, действует генерал. Да нет, вряд ли. Когда бы здесь стоял бы президент, совсем тогда было бы все по-другому. Должен... Все нашлось бы. Тогда он должен исправлять, донести до него нужно знать. Все нашлось бы, если бы здесь президент был. Даже задать. Хотя бы министр здесь стоял бы, уже все было по-другому. И дежурная часть работала бы. И команда нашлась. И нашлось бы все. Чтобы было все по закону, а так? А самое интересное, что до сих пор стоят и раздумывают. Не бы сказать, нет, все, уехали. Значит, сомневаются, значит, не знают, что делать, что предпринять. Как смотрите, от нас меня направляют по адресу. О, я же сказал. Так, стоп, подождите. Какой в случае, если в дежурной части появятся условия для их задержания, я сюда вернусь. Я не расслышал. Если что еще появится? Условия. Условия. Для их задержания, изъятия и хранения. Я а сюда вернусь сейчас? И произведу а эту меру для сейчас? Дальнейшего несения службы. А вы куда? Для дальнейшего несения службы на маршрут. А теперь вернусь. Смотрите, один так, момент. А вы... Можно обратиться? Ну, хорошо. А я, как ставший свидетель вот этого, как я считаю, беспредела, требую от вас, так как я услышал, что гражданин сдал вам как находку, а согласно законодательству, принявший находку, обеспечит ее сохранность, либо здесь обеспечиваете ее сохранность, это ваша проблема, чтобы соблюдался закон. Либо изымайте. Вам требования понятны? Все. Отказ? Ну, у меня нету. Я все, что от меня требовалось, мне все, что я мог такого сделать. Такого ответа в законодательстве не предусмотрено. Я понимаю. Предусмотрено, да или я нет? Я понимаю. Ну, уже диалог у нас был, я думаю, уже запись была, поэтому да. Я выдвигаюсь на маршрут патрулирования. Вы будете требования выдвигать? Установление условий для их. Я уже выдвигал неоднократно. Я сюда вернусь и изыму их. О. Понятно. А, сегодня? Да. Если условия. Нет, а сохранность тут на месте. Вот здесь кто их охраняет? Можно их охранять? Они здесь 2 года стоят. Они здесь 2 года стоят, и никто их не трогает. Да? Да нет, мы видели, уносили на территорию. Ладно. Один раз. Мы поняли. А вот это 0,50, это они что, приедут и их могут забрать, да, выбросить? Или что? Это. Единая диспетчерская служба по всем недостаткам, по всем пожарам, там все, что происходит в городе, они записывают в определенные структуры по разным департаментам уже эту информацию. А, это там диспетчерская уже. Служба. А вы бы сказали, что перемещены они на газон? Они там сами уже определятся, кому эту информацию передать. Угу. Ну ладно. Все, спасибо. До свидания. О, пристегнулся, молодец. Да, вот так вот заколдованное место. Оказывается, нет условий. Ну, хоть сюда перенесли, то хорошо, писали. Алексей, то есть я правильно понял, что инспектор сейчас, приняв находку,
согласно законодательству, должен обеспечить ее сохранность. Обязательно. А что? Как? Она должна быть доставлена в дежурную часть, в специальную камеру хранения. Скажи, пожалуйста, а до того, как он принял заявление, нельзя было уточнить о сохранности, доставке и так далее? Тогда бы просто ввиду невозможности этого сделать и не принимал бы находку, а просто составил акт, сослался на невозможность, вписал это в протокол и уехал бы. Но сейчас, как мы от него требовали, вписать в протокол то, что он их оставляет здесь, он этого не сделал. Правильно я понимаю? Теперь... Как зафиксировано то, что он оставил их здесь? А вот зафиксировано на видеокамеру. А бумажно? Как он обязан? А бумажно не по моему требованию. Бумажно он будем мы разбираться дальше. Поступит жалоба, наверное, на все действия, на то, что не может в 21 веке во всем городе Краснодаре и в Краснодарском крае обеспечить сохранность находки. Понятно. Либо изъятие орудия совершения административного правонарушения. Все, конструкцию оставили. Наблюдают, друзья. КПП, жду, пока мы уйдем, чтобы конструкцию тащить. А, да, сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Да, и придем еще раз сюда, если они будут выставляться. Так, ну, в общем, заканчиваю на сегодня свой рейд. Конструкции вот там лежат. Никто не забирает, посмотрели. Минут 20 прошло. С того момента, как инспекторы уехали. Поэтому придется, наверное, работать дальше над этим вопросом, чтобы конструкции были изъяты и не выставлялись больше. Ну, будем писать, соответственно, параллельно обращение. Вот, сегодня мы проводили рейд у шифровального училища. И на этом заканчиваю.